ребят, вы свежи, молодцы. Друзья, приветствую вас всех. Пожалуйста, в любви присаживайтесь. И вот эту штучку бы выключить, чтобы не сильно гремело. Хорошо? Алексей, выключите. Итак, друзья, я приветствую вас всех в любви и в радости. 1 января мы поехали, утром проснулись, а 1 января у меня день рождения, и у моей жены, кстати, день рождения. И 1 января, и было так приятно, что мы с утра встали, проснулись, у нас еще друзья ночевали, несколько семейных пар, и мы поехали на лыжах кататься с утра. Поехали, приехали в лес, и я что-то осознаю, что-то в этом как будто удивительное. Некоторые спрашивают, а вы куда? Мы говорим, на лыжах кататься. Они, когда 1 января? И я понимаю, что большинство людей, они пьяные до обеда 1 января, а вдруг смотрит кто-то с лыжами, знаете, в первой половине дня, и я вижу у людей когнитивный диссонанс. Но меня очень сильно порадовало, что все-таки было на лыжне много людей. Уже в обед достаточно много, и все жизнерадостные. Я понял, вот алкоголики не могут оказаться утром на лыжне 1 января. Но было много людей все-таки. Мы здоровались, все приветствовали, и как-то чувствовали эту солидарность даже с мирскими, не пьющими людьми. Это так было забавно. Я приветствую вас всех, друзья, кто смотрит нас онлайн, кто смотрит нас на телекомпании ТБН. Друзья мои, мы начинаем новый год, новый благословенный год. И это так прекрасно. Мы входим в новое. Новое – это всегда неизведанное. Человечество так устроено, что, ну вообще весь мир так устроен, что у него есть прошлое и есть будущее. И это не само собой разумеется, мы просто к этому привыкли. Но на самом деле мы всегда живем вот в этой парадигме. Мы находимся на сломе времени. Вчера уже прошло, завтра еще не наступило. И об этом бы я хотел как раз сегодня поговорить, но... Спасибо всем, я так еще замечания какие-то сделаю, что всем, кто нас поздравлял, нам очень приятно, конечно, там писали, поздравляли. Не всем я смог ответить, потому что слишком много поздравлений, многие незнакомые люди, ну я просто пишу спасибо, спасибо, как могу. И вот я вспомнил, как-то мы с одной семейной парой были в Германии, и вернее там в Германии мы были в церкви, и одна семья, пасторская семья, повезли нас там по горам, по Южной Германии кататься, вот мы едем на машине, и они такие муж с женой нам говорят, представляете, у нас вот в семье есть такое вот какое-то удивительное совпадение, такое, какого мы никогда нигде не встречали, и это прямо с нами, мы с женой, и что же у вас такое? Они, у нас день рождения в один день, 13 июля. Мы с женой, говорим, ну вы молодцы, но вы... Сейчас не попали, потому что у нас тоже 1 января, говорю, вы такое видели, мужик аж это затормозил и говорит, слушай, вот чтобы нас так победили, я такого не встречал никогда. Поэтому мне действительно приятно, что как-то 1 января все с Новым годом радуются, ну, празднуют Новый год и сами того не знают, что празднуют наша с женой день рождения. Итак, друзья мои, давайте переходим сейчас к Слову Божьему и порадуемся. Так, ну, открывайся. Что, не узнаешь меня? Гаджет должен узнавать, а он, видимо, не узнает. А почему не узнает? Итак, ну что, давайте помолимся и пойдем. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Отец. Мы любим Тебя, Господи. Благослови сегодняшнее слово, чтобы оно действовало до разделения духа, души, состав на мозгов, мозгов, Господь мой. И судило намерения и помышления сердечные. Сегодня мы хотим брать Твое слово, идти с ним вперед. И, Господь мой, быть благословением для других людей, Отец мой. Аминь. Итак, друзья, мое сегодняшнее слово как раз в соответствии с первым воскресением. Оно так и звучит. Как войти в благословенное новое? Как войти в благословенное новое? И мы должны понять, что в Библии тема новизны, она очень хорошо освещена. Ее много, этой темы. Даже начнем с того, что основные две книги Библии называются Ветхий Завет и Новый Завет. И вот то, о чем я сказал в самом еще начале, что мы с вами всегда живем вот на этом сломе времени. То есть мы еще не вошли в новое, мы еще не знаем, что будет завтра, но мы уже прошли старое. И мы можем туда заглянуть и сделать какой-то анализ, чтобы войти в новое. И вот так устроен мир. И вы знаете, люди, когда не понимают вот понятие времени, не имеют чувства времени, то, как правило, они проживают пустую жизнь. Они не способны мечтать, они не способны смотреть очень далеко, они не способны строить планы. И, как правило, люди, вот даже внешне, вроде независимый человек, я имею в виду там от наркотиков, от алкоголя, от игр, но если он не умеет мечтать, то есть не может смотреть в будущее, он человек, как правило, неинтересный.
даже вот не имея каких-то зависимостей, он скучный. Потому что человек, всегда смотрящий в будущее, он всегда интересен. У него потому что есть всегда какие-то новые вариации, новые планы. И люди на протяжении истории пытались изучать время с разных точек зрения. Есть масса фильмов, книг, я некоторые перечитывал книги, они меня сильно впечатляли. И я помню, вот знаете, в Германии однажды, как раз вот в ту поездку, о которой я сейчас рассказывал, я зашел в магазин, а в Германии такие яркие, красочные книги, и вот увидел книгу, которая называется прям «История времени», «Zeitgeschichte» по-немецки. Немцы вообще умеют все так красиво оформить. И вот какой-то автор, причем красочно, нарисовал вообще историю времени. То есть, что такое время, с чем его едят, откуда оно взялось и чем оно закончится. Время, как таковое. И вот книга на развороте имеет такие две таких полосы. В начале полоса какая-то то ли белая, то ли черная, не помню, или наоборот. В общем, одна белая, другая черная, с одной стороны и с другой. И написано, здесь время началось. Великий взрыв, от которого Вселенная вся завелась. Ну, помните, Big Bang его называют, или Великий взрыв, все взорвалось. Там написано что-то миллиарды, миллиарды лет назад. И потом белая другая полоса – энтропия. Энтропия – это время перестанет существовать, потому что умрет Вселенная. И все между этими двумя колонками поделено на маленькие деления, как на градуснике. И каждое деление написано там 5 миллиардов лет, 5 миллиардов там появились звезды, 5 миллиардов лет туманные образования вокруг Солнечной системы, вернее, ну, вокруг Солнца. Потом появилась Солнечная система 5 миллиардов, появилась Земля 5 миллиардов, так все миллиарды, миллиарды. И в одном местечке, где Земля, написано «Мы здесь», такая вот палец нарисованный, «Мы здесь». И такая разводка большая, и опять деление, только уже на миллионы лет. Тут динозавры, инфузория, туфелька, потом вот «Мы здесь» и так далее. Красочная, интересная книжка. И вот я смотрю на эту книгу, друга подзываю и говорю, вот эта книга проповедует нам с большим энтузиазмом и более разрушительно действует на мозги людей, чем какая-либо другая книга. Потому что она показывает, мы здесь, так интересно, динозаврики, мы от обезьяны, а конец этого всего – смерть Вселенной. И у меня возникает нормальный вопрос, не пасторский, человеческий вопрос, а зачем мы здесь? Вот этот палец, мы здесь, что мы здесь делаем, потому что все кончится через миллиарды лет вот смертью всего, энергии Вселенной, и тогда у нас нет никакого вообще смысла. И вот как раз я говорю, Господи, помилуй этого автора безумного. Хоть бы написал, ну слава Богу, что там в конце какой-то, хоть чуть белый какой-то цвет был, то ли черный, то ли белый. Мне хочется всегда сказать, поймите, у времени есть, да, завершение, но оно появилось не потому, что взорвался какой-то взрыв большой, а потому что Бог поставил какой-то будильник, завел и говорит, все, Вселенная началась. И потом Он же закончит эту историю. И меня всегда вдохновляют последние, прям буквально, стихи, главы Библии. И там все хорошо. Вот поймите, что бы на земле ни было, будет в конце все хорошо. Я Библию читал. И в Библии сказано в конце, все будет хорошо. И Бог сказал, я создал новое небо и новую землю. То есть Бог говорит, все сотрет, а в конце будет не энтропия, не смерть Вселенной, а новое царство. И вопрос, мы войдем в него или нет? И если ты сегодня в церкви, если ты хотя бы интересуешься этим вопросом, если ты молишься, значит, так или иначе, ты идешь не в смерть Вселенной, а ты идешь к Творцу, который тебя создал. И это так вдохновляет. И смотрите, и опять эта же мысль написана, создам новое небо и новую землю. Откровение 21 глава, 1 стих. И увидел я новое небо и новую землю, и прежнее небо, и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Смотрите, два раза встречается слово новое, то есть новое небо. Новая земля, будет все новое, новый завет. Если вы посмотрите в Библию, вот эта мысль новизны, она всегда проходит какой-то, знаете, каким-то лейтмотивом. Это для нас всегда так важно. И вот в начале года это особо нужно ощутить. Слушайте, ребята, мы входим в новое, и мы не знаем это новое. Мы не знаем, что там будет, но я точно убежден, что Бог для своих детей, ну, не готовит, знаете, какую-то ловушку. Он не готовит для нас эту ловушку там, как в мышеловке, потому что Он наш Отец. И Отец любящий никогда для детей не готовит ужасов. Может быть, какие-то испытания Он позволяет в нашу жизнь приходить этим испытаниям, для того, чтобы мы же стали крепче. Но в конце этой истории Он говорит, ребята, есть что-то позитивное и великое, новое. Аминь, дорогие мои. Давайте откроем Марка 1 главу, 27 стих, и что-то прочитаем интересное. Марка 1, 27. И там
Не будем долгую историю опять смотреть ее долго. Там происходят некие события. Иисус творит чудеса и так далее, изгоняет бесов. И вот смотрите, как люди реагируют. Написано. Марка 1:27. И все ужаснулись. Так что друг друга спрашивали, что это? Вопрос. И дальше. Что это за новое учение? Смотрите, вот в то время в Израиле, видя, что проповедует Иисус, что Он делает, люди реагируют. Что это? И говорит, это какое-то новое учение. Почему не сказали, а, это мы знаем, старое, уже там были такие люди, они творили. Он говорит, это, люди говорят, это что-то новое, это какое-то новое учение. И вот когда мне говорят о том, что ваша церковь неправильная, я говорю, она просто новая, вот и все. Она просто ориентирована на современность. А так Библия та же самая старая. Истины все те же самые. Да, у нас красивый современный экран. Да, я одеваюсь не в рясу, а там какие-то даже там украшения вешаю. Да, у нас просто люди сидят на простых стульях. У нас даже елка стоит. У нас нет икон. Да, я не знаю, потому что Писание об этом говорит. И мы самое главное в нашей жизни. Творец самое главное. Наш фокус на нем. Но вся атмосфера новая. И в этом ничего дурного нет. И они говорят, что за новое учение? И дальше, что он... И духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему. То есть люди четко отметили, вот этот парень несет что-то новое, но это новое позитивное. Бесы уходят, жизнь изменяется, любовь приходит какая-то. Кстати, обогнал сам себя, случайно буквально. Иоанна, 13 глава, 34 стих. Здесь открывается, что за новое. И смотрите, Иоанна 13:34. Иисус говорит ученикам своим. Заповедь, какую написан, даю вам? Новую. Иисус говорит, я хочу вам дать новую заповедь. Вот Израиль всегда жил в заповедях. У них были какие-то заповеди. Заповедь это завещание, наставление, посыл, можно сказать. Это граница, которую нельзя перешагивать. И мы знаем эти 10 заповедей, где написано, не убивай, не прелюбодействуй там, и так далее. Много достаточно предписаний. И Иисус говорит, я хочу что-то вам сказать новое. И говорит, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. В одном стихе он говорит 3 раза слово «любовь». Друзья мои, если вы вдумаетесь, вот если глубоко копнете эту тему каким-то образом, вы поймете, что в человечестве вообще не было откровения о любви. Вот его не было. Мы христиане, мы вот как церковь, я имею в виду мировая церковь, мы единственные, которые вот в этом мире принесли просто людям откровение о нашем учителе, который дал нам новую заповедь. Любите друг друга. Этого не было в человечестве. Мы вот сегодня пользуемся какими-то, знаете, плодами цивилизации и думаем, что так было всегда. И точно так же думаем, да, церковь там будет говорить, любите друг друга, да, мирские так же говорят. Да у мирских это появилось благодаря церкви. Вот даже мирские люди, не знающие Христа, стали говорить, даже другие религии порой говорят о любви, потому что они увидели, что христиане как-то живут, о чем-то говорят, к чему-то стремятся, что называется любовь. И это странно достаточно, новое. Знаете, один из отцов церкви, Тертуллиан, он даже пишет в своей работе, говорит, что о нас говорят римляне, не принадлежащие к церкви Христовой. Они говорят о нас, что посмотрите, как они любят друг друга. Посмотрите, как они помогают друг другу. Посмотрите, и по этой причине наш народ переходит в церковь. Почему? Да потому что любовь была склеивающей. Да, сегодня можно 100 раз приткнуться на церкви, и каждый из нас проходит это испытание. Ты где-то притыкаешься, где-то тебя недолюбили, где-то тебе на ногу наступили, кто-то тебя на 3 буквы послал. Все это есть, но потому что это наша греховная природа. Но впервые в церкви появилась эта заповедь, потому что Иисус дал новое учение. Это было его новое, как люди определили, вот этому учению дали характеристику. Они говорят, какое-то новое учение. Что это за новое учение? Ветхий Завет, посмотрите, очень скуп на слова любви. В Ветхом Завете ты увидишь, что Бог ревнитель, Бог наказывающий, это сплошь и рядом. Нарушишь заповедь, придет проклятие. И это как бы естественно. Но вдруг Бог открывает себя с такой стороны, как отец, и не просто отец, а любящий отец. Иисус говорит, новое. Хочешь узнать что-то новое? Любите друг друга. Это будет сильное новое. Друзья мои, поэтому входя в Новый год вашей жизни, поймите, что это не просто хороший посыл современного общества. Мира да любви вам. Любовь да будет в этом году. Откуда люди это украли, мирские? У нас.
Это впервые Иисус сказал. Раньше на Новый год не поздравляли таким образом. Там, любите друг друга. В большинстве религий мира вообще нет слова «любовь». В религии вообще его не присутствует. Можете представить? Я уж не буду там говорить, а то вот как раз эти люди скажут, как? Да, в нашей религии такого нет. Убью тебя. У нас есть любовь. И ты думаешь порой, ну если есть любовь, что ты меня убить-то хочешь? А что ты так не говорил? Друзья мои, так вот, поймите, что любовь в большинстве случаев украли люди у Иисуса. А наша природа, она продана греху. И, безусловно, нам любить очень трудно. Но Он дал заповедь. Он говорит, любите. И вот в этом будет суть. 1 Иоанна, 2 глава, 7-8 стих. Сегодня мы как-то так пробегаемся по Писанию. 1 Иоанна, 2 глава, 7-8 стих. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Смотрите, здесь Иоанн вот как-то обращается к людям, к своим ученикам и говорит, вам пишу, вернее, простите, не новую заповедь пишу, но заповедь древнюю. Интересно, говорит не новую, но древнюю, и говорит, которую вы имели. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. То есть он как бы говорит, ребят, Ветхий Завет, все ветхое, не выкидывайте, там есть большой смысл. Там есть, и даже в вашей жизни, то, что у вас было в прошлом. Да, оно действительно может быть тяжелое, но от него вы можете поучиться. Вот представьте человека, употреблял наркотики долгое время, пошел, нашел Христа. И если он забыл на следующий день, что он был наркоман, то и свидетельства нет. И, возможно, он ценить не будет так Христа, как бы он ценил, вспоминая, откуда он выбрался. И вот эту мысль несет Иоанн. Он говорит, не новое что-то я хочу вам сказать, а даже древнее, что было слово. Слово Ветхого Завета, Слово Божье, что Бог ревнитель. Но потом сразу же в следующем стихе как будто бы перенаправляет нас на новое и говорит, но при том и новую заповедь пишу вам. Ать, какая игра старого и нового. Говорит, вот древнее было, не забывайте, это не новое, это древнее. А теперь я хочу связать древнее с новым. И говорю вам, а теперь новую заповедь пишу вам, что есть истина в нем и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Друзья мои, человек, концентрирующий свой взгляд на будущем, он всегда хочет, чтобы будущее как-то осветилось. Ну как-то. Мы же в темноте не ездим на машине. Если ты ездишь на машине в темноте, очень опасно, можешь разбиться. Поэтому мы включаем фары. Поэтому на улицах есть фонари. И точно так же наше будущее, оно чем-то освещено. Освящено Его светом. По этой причине, друзья мои, когда мы читаем Слово, когда мы вдохновляемся Словом, проводим время в молитве, тем яснее нам наше будущее. Тем яснее твои фары светят, тем понятнее, куда тебе ехать. Потому что человек, ну, не знающий Слова, не имеющий пророческого Слова, он как во тьме, он как будто ориентируется на свой собственный опыт. Ориентироваться на опыт очень опасно, очень. Потому что опыт часто дает сбой. И даже человеческий, исторический опыт. Но когда ты читаешь Писание, Писание тебе порой говорит слова, которые против твоего понимания и против твоего опыта. Тебе это не хочется делать. Но Писание говорит, поступи вот так. Это приборы, знаете, хладнокровно показывающие тебе твое будущее. Если летчик бы летал по эмоциям и по чувствам, и только лишь как он переживал раньше, он бы разбился там на второй, на третий полет. Потому что нельзя ориентироваться в незнакомом тебе пространстве только потому, что говорят тебе твои глаза, твои друзья, твои уши. Тебе нужно ориентироваться по приборам. А приборы хладнокровно говорят, высота сейчас 10 тысяч метров. Ты говоришь, нет, раньше я летел, всего было 1000 метров. И так же все выглядело. Нет, сейчас 10 тысяч. Сейчас здесь нет кислорода. Совсем все иначе. Приборы показывают тебе. И эти приборы – наша Библия. Благословенная Библия, что бы в твоей жизни не было, скажи сам себе, я хочу читать Библию, я хочу в этом году почитать Его Слово, я хочу вернуться к основам. И когда ты возвращаешься к основам, в тебе непонятно почему появляется любовь к тем даже людям, кто недостойны, возможно, любви, но ты их продолжаешь любить. Возможно, ты хотел что-то уже бросить, но именно Библия помогает тебе найти новое в древнем. Вы со мной, дорогие мои? Тебе найти новую любовь в старой жене и в старом муже. Это так прекрасно соединять древнее через новое, то, что говорит Господь. И даже само понятие вот Ветхого и Нового Завета, это просто потрясающая связь. Потрясающая. Теологи ломали голову, историки ломали голову. Почему Ветхий Завет такой жестокий?
Почему он похож на какие-то воинственные книги? Завет появляется, как завет любви. И он так гармонично сочетается и учит в первой части, как Бог-ревнитель. Показывает нам заповеди, предупреждает нас, как отец с розгой, который говорит, нарушишь, отлуплю. Потом раз, нарушил, и вдруг тот же отец говорит, слушай, сынок, я не хотел тебя никогда лупить, я как раз хочу тебя прощать, хочу тебя любить, дочь моя. Но пойми, что розга для того, чтобы тебе же было хорошо. Но я даю тебе шанс. Аминь, дорогие мои. Свет светит. Итак, все-таки я хочу вернуться к некоторым, ну, пунктам, которые бы вы могли запомнить, записать. Все, кто смотрит нас, возьмите ручечку, возьмите телефончик и запишите. Первое, очень важное наставление, чтобы войти в благословенное новое. Первое. Помните, каждый способен измениться. Помните, каждый способен измениться. Точка. Поэтому меняйтесь. Когда я говорю, каждый способен измениться, это всегда шанс для нашего близкого человека поменяться. То есть мы порой выносим вердикт, приговор близкому, коллеге, человеку на улице, который как-то поступил не так, как мы хотели. Вердикт, что он недостоин нашего общения, он недостоин больше тому, чтобы я к нему хорошо относился, и вообще он негодяй. И мы выносим этот вердикт. Но не судите слишком рано. Потому что любой человек способен измениться, и он в частности. И наша природа фарисейская, она говорит, ну вот пусть и меняется, поменяется, вот тогда я к нему буду хорошо относиться. Но поэтому, раз человек способен измениться, ты поменяйся. Вот ты способен поменяться. И если ты способен поменяться, то ты способен оставить свои вредные привычки. Ты способен сменить свое отношение к своим близким людям. Ты способен поменять свое отношение к Богу. Ты способен поменять свое отношение ко всему, что тебя окружает, и стать другим человеком. Смотрите, тема нового, насколько мощная. 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. 2 Коринфянам 5, 17. Великий апостол Павел пишет, итак, запятая, кто во Христе, тот новая тварь. Ну, не тварь обзывательства, а новое творение. Он говорит, если ты во Христе, ты новое творение. Древнее прошло, он говорит, теперь все новое. Вот в этом всегда была сила христианства, что человек порочный, с зависимостями, человек, ну, возможно, недостойный там какого-то даже уважения, доброго отношения к нему, приходя ко Христу, изменяется. И мы говорим эту центральную тему крови Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа, которую мы принимаем в причастии уже 2000 лет. Кто-то каждое воскресенье в церквях, кто-то раз в месяц. Но это наш всегда посыл по отношению к Богу. Господи, Твоя кровь пусть будет моей кровью. Твое ДНК, мое ДНК. Поменяй мою природу. Потому что если кто и портит мою жизнь, то это я сам себе порчу жизнь. Вы знаете, удивительная статистика, я ее прочитал как-то недавно, и она реалистичная. Правда, не о нашей стране, а о США, но, возможно, она применима и к нашей стране тоже. Статистика такова. Оказывается, что в год, ну, вот последние годы, если взять по году, то во всех войнах, во всех актах насилия, во всех там, перестрелках домашних и так далее, ну, таких насильственных актах людей в США погибает меньше, чем в суицидах. То есть люди чаще себя убивают, ну как бы накладывают на себя руки, чем человек умрет от акта насилия. То есть получается, что среднестатистический американец, даже боясь гангстеров на улице, ограбления, боясь, что его пошлют там на войну и где-то его убьют, или еще какой-то акт насилия с ним произойдет, это шанс умереть в таком акте намного меньше, чем умереть от своих собственных рук. Вот вдумайтесь только. Возможно, такая же статистика в России. То есть среднестатистический человек, он скорее повредит сам себе. Его две руки убьют его скорее, чем его соседи или грабители, или вообще на войне. Так вот, о чем это говорит? Что человек порой не понимает, что он в первую очередь сам враг себе. В первую очередь. И по этой причине, когда ты говоришь, ну если ты способен измениться, то изменись. А Бог говорит, ты изменись, и тогда все поменяется, все вокруг тебя. Но кто во Христе? Тот новое творение. Новое. Следующее. Я бы дал такой посыл очень важный. Сделайте анализ прошлого.
Очень важно сделать ревизию своей жизни. Анализ прошлого. Я знаю, что есть люди, которым вот трудно сесть с ручкой, тетрадкой, но хотя бы ментально посидите и подумайте. Не только в этом году, а вообще в вашей жизни. Что шло не так? Мы не говорим о том, что мы должны все выкинуть на помойку старое, ни в коем случае, но мы должны разобраться, что в моей жизни было не так, где я дал сбой. И, как правило, самые главные моменты Бог всегда тебе покажет. То есть покажет, где ты был неправ, где твоя судьба пошла не по тому сценарию. И если ты это осознаешь, то просто признай, что это было неправильно. Вот многие люди, они просто игнорируют факты своей жизни. Много так людей вот не признают болезнь. Я, знаете, когда заболел, и очень серьезно заболел, я одно откровение прям получил, что есть вещи, с которым нужно посмотреть в лицо, как Голиафу, и признать, и сказать, ну, вот так. Знаешь, ответ такой вот, а как так? Ты говоришь, вот так. И у тебя вопросы, Бог, как ты допустил, как это произошло, почему, почему со мной, почему вот так, почему, куча вопросов. А нужно просто посмотреть в прошлое и сказать, вот так в моей жизни, ну вот так, вот я родился в такой семье, я родился в такой стране, я родился в таком городе, вот такие были у меня предки, это факт, вот и все. И с моим Голиафом я только разговариваю на языке вот этом, да, ты Голиаф. Да, ты болезнь, ты как-то пришла, да, вот гонения пришли, что теперь делать? Но я не концентрируюсь на прошлом, я его признаю, что оно было. Это надо признать. А жизнь-то моя, она не развернута к, знаете, к старой новогодней елке. Бог не Санта-Клаус, Бог обязательно смотрит тебе, показывает тебе твое будущее. Смотри в будущее и повернись к прошлому задом, а к будущему передом. Там именно твое счастье. Вы здесь, дорогие мои? Но анализ очень важно сделать. Третье и очень важное. Начните год или вообще начните что-либо, свое предприятие, год лучше всего, с посвящения. Заметьте, что все великое начинается обязательно с посвящения. Люди вступают в семейную жизнь, мужчина, женщина. С чего они начинают? Если они неразумные и строят на песке, то, скорее всего, просто в совместной жизни, ничего друг друга не обещая и не имея никакой свадьбы. Съезжаются и говорят, а, поживем, увидим. Как правило, видят только плохое. И, как правило, потом у них ничего не получается. За редким исключением. За редким. А если человек настроен на серьезное плавание, с чего тогда люди начинают? С посвящения. То есть, когда мы венчаем там молодых людей, ну, к сожалению, многие люди сегодня в церквях даже не понимают, что это посвящение, они просто приходят, для них это как шаманский обряд, знаешь, там что-то священник походил, попел какие-то очень сложные литургические песни, и они в это не вкладывают ничего, но если человек понимает, то суть вот венчания, он понимает, что это момент посвящения. Они встают и говорят какие-то слова, я обещаю тебе это, быть верной женой, я обещаю любить тебя, хранить тебя. И он там говорит, я обещаю быть верным мужем. Они одевают кольца на палец. Почему? Посвящение. То же самое, заметьте, если уж мы даже берем, у них не мафия, уж извините, но он важный, никогда не состоится, если у них не будет посвящения. Все, смерть. Все, мы братство. Там уголовная якудза или еще что-то. И только тогда они способны терроризировать там город или еще что-то. И это наиболее сложные, ну, подавляемые группировки, когда там есть посвящение. А когда просто воришка выбежал с пистолетом, пострелял, украл чего-то, его легко поймают и срок дадут. Всегда что-то большое, серьезное требует посвящения. Так вот, начните год с посвящения заново. Поэтому третье, начните с посвящения, как я сказал. Перепосвятитесь. И знаете еще, почему посвящение важно? Потому что так или иначе, в течение года действительно были неправильные вещи во многих вопросах. Они были в вашей семье, они были по отношению к Богу, они были по отношению к церкви. И Бог, Он не ругает вас в том смысле, что запрещает вам теперь, закрывает вам дверь в спасение. Ни в коем случае. Но ты способен поменяться, а значит, ты способен перепосвятиться. По этой причине в древние времена в Израиле мужчины должны были возвращаться в Иерусалим каждые 3 года. О, простите, каждый год по 3 раза, оговорился. Почему это нужно было? Ну, чтобы они пришли пред лицом Господним, все мужчины,
весь народ Израиля. Тогда он не был такой многочисленный, как сейчас. Но они должны были прийти в Иерусалим, стоять у храма и все заново перепосвятиться. Что, Господи, мы еще раз свидетельствуем, что мы здесь. Да, может, мы согрешили, оступились, сделали что-то не так, но мы снова поправляем свои приборы, снова свои светильники, мы снова все как один стоим в Иерусалиме и говорим: «Ты Господь наш, Ты Царь наш, мы снова все здесь, мы на корабле», другими словами. И вы знаете, для меня это так важно, когда вот сейчас время пандемии, и важно видеть глаза людей там, где-то, вот здесь, на улице, еще, каждый раз. И вот я всегда задаю вопрос, один и тот же: «Ты как, ты во Христе?» И люди все, ну многие, ну большинство, говорят: «Да, пастор, все нормально, несмотря на пандемию, да, мы смотрим онлайн, но мы здесь, мы в церкви, мы во Христе». И я понимаю, это определенный момент, когда Бог слышит твои слова, и ты говоришь: «Я снова посвящаюсь». И также посвятитесь заново в этом году. Господи, помоги мне в этом году прочитать всю Библию. Дай мне эту силу, я в том году не смог. Ну, скажи сам себе это. Господи, дай мне в этом году по новой любить мою семью, мою жену, с новой силой, с новым посвящением. Посвятись заново. Господи, прости меня за то, что я говорил неправильные слова по отношению к жене, к детям. Дай мне новое посвящение. Господи, я пропускал собрания воскресные. 3 раза пропустил, там, тут что-то было не так. Онлайн смотрел, расслабленно, лежа на диване, проповедь не посмотрел, интернет не подключил, не позаботился. Перепосвятись, скажи: «В этом году, Господи, помоги мне, я хочу каждое воскресенье провести в доме Твоем». И Бог ответит вам. Четвертое и очень важное. Запишите и полюбите новые планы. Вот запишите и полюбите новые планы. Когда у вас появляются новые планы, то всегда есть искушение сказать: «Да это все ерунда, планы не сбываются». Но вы принесите их перед Богом. И если эти планы будут духовные, заново духовные планы: «Господи, я хочу быть счастливым и благословенным во всем». Господь сказал через апостола Павла, это отдельная будет целая тема, что мы живем в трех как бы ипостасях, мы как люди. Дух, душа и тело. 3 вещи. Дух – это все, что связано с Богом. Вот все. Душа – это наша воля, эмоции, наше тело. Это то материальное, что нам необходимо. Это деньги и наше здоровье. Простите, я много это говорю, но все-таки это важный такой момент. У меня все это так разделено совершенно четко. Поэтому по всем этим сферам я делаю новые планы. Мое тело, чтобы оно было радостным. Господи, дай поправить здоровье в этом и мои финансы. Пусть придут в себя. Я просматриваю всю свою бухгалтерию. Если ты не ведешь бухгалтерию, это вообще проблема большая. Чтобы ты посмотрел, сколько у тебя приходы, сколько ты отдал пожертвования, там десятины ты отдал. Потом смотришь, что у тебя осталось, как ты это использовал, купил новые какие-то шмотки, никому не нужны, либо ты смог как-то приумножить, как Писание говорит. Ты смотришь, делаешь анализ. То же самое со здоровьем. У меня со здоровьем было. Может, поправить. Ко врачу ты уже не ходил, там 5 лет. У тебя зубы гнилые впереди. Тебе уж давно говорят родственники: поменяй зубы, все времени нет. Поставь план. Следующее. Это по душе своей. Душа — это твои эмоции. Эмоции — это твое окружение. Как ты проводишь время со своей семьей, с друзьями. Пересмотри заново, что ты можешь в этом году сделать для семьи. Потом, разум твой. Разум, интеллект, поднимай, развивай. Может быть, тебе нужно поступить в университет. Сейчас самое время, может быть, учиться. Может быть, прочитать какие-то книги, выучить иностранный язык. Поставь себе планы. Если ты за год выучишь хотя бы 10 английских слов, ну, уже продвинулся. Хоть английский не выучил. И самое главное теперь, это дух. В духе поправь свой светильник и сделай новые планы. Господи, в этом году я хочу начать домашнюю группу. Она развалилась, но в этом году я начну. Да, я хочу попробовать, Господи, еще раз, и быть стабильным в этом. Господи, я хочу быть стабильным в том, чтобы заниматься твоей какой-то деятельностью. Поставьте себе цели просто за год провести 2 человека ко Христу. Ну, одного, не 2, одного. Потому что наша природа настолько эгоистична, она все для себя. Но ведь Библия говорит о спасении. И поэтому, Господи, помоги, ты помоги мне, чтобы я не напрягался. Но это был 1 человек за год придет. А представьте, в тысячной церкви, если придет через каждого 1, то уже через год будет 2000. Но церковь так не растет. И знаете почему? Потому что большинство людей не ставят себе таких планов. Они скорее себе поставят план какой-нибудь там, съездить в отпуск, там, ну вот, материальные больше планы. Нам как-то интереснее ставить цели материальные, а вот духовные как-то мы не ставим.
Но если ты их поставишь себе, ты увидишь к концу года раз, и Бог сдержит это, как бы сдержит, поможет тебе сдержать твои же планы. Вы смотрите. Римлянам 12 глава 2 стих. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, дабы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Библия совершенно ясно говорит через апостола Павла: ребята, не мыслите, как этот мир. Мир всегда ставит на первое материальное. Поставь на первое духовное. Иисус же не зря сказал: ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Но люди всегда ищут того, что приложится. И в результате не получают ни первого, ни второго. Так вот, ищите. И апостол Павел говорит: не мыслите, как мир. У мира есть свои точки соприкосновения. Никто не говорит, что мир прям весь извращенный, там все негодяи. Но то, что в миру точно не знают Христа, это аксиома. И написано: не мыслите, как он, но преобразуйтесь обновлением вашего ума. Как мы в первом пункте говорили, каждый способен измениться. Изменяй свой ум. Вот его тренируй духовно. Может, плоть говорит: не буду ходить в церковь, но поставь себе цель. Я буду. Господи, я просто помолюсь тебе, и ты дашь мне человека для спасения одного. И Бог исполнит. Титу 3 глава 5 стих. Это последний сегодня, думаю. Надеюсь. Праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Опять две мысли новизна. Спас. Не по нашим делам, а возрождение и обновление духом. Обновляйся духом. В этом есть вот огромный потенциал для твоего будущего. И последнее, пятое. Помните, только в Творце есть смысл всего. Только в Творце. Без Творца нет никакого смысла. А вот именно в Творце есть сразу смысл для всего. К сожалению, люди забывают вот этот контакт с Творцом. И христиане в том числе. Настолько пугаются пандемии, настолько увлекаются апокалиптическими страхами. Антихрист придет, то. Мне задают эти вопросы, я даже хочу как-то целую проповедь посвятить этому. А что будет? Там чип нам какой-то введут. А вот число 666, как будет? Все там, так. Я людям говорю: узбогойтесь. Потому что все, что бы ни было на земле, все равно Бог это все превратит в прах. Все. Все сгорит, написано, все дела на ней сгорят. И мы с тобой все равно, рано или поздно, при Антихристе или до Антихриста, или после Антихриста, вообще никакой роли не играет. Поймите. А мировое правительство, пастор, они нас всех держат. Слушайте, это мировое правительство тоже люди. И над ними тоже Бог. Он как дунет, и все разлетится, мировое правительство. И они окажутся там же, где и мы. В гробу. Все очень просто. Понимаете? Только мы после гроба воскреснем в новое небо и новую землю. А если мировое правительство не покается, ну, сами определят где. Поэтому не надо увлекаться этими масонами, этими, знаете, вот этими страшными вещами. Потому что мой Бог говорит, Откровение 21.1, и увидел я новое небо, новую землю, мы сегодня читали. Новое небо, новая земля для нас. Поэтому помни, что только в Творце есть смысл твоей жизни и смысл твоих страданий. Поэтому входи в новое, планируй, люби это новое, иди вперед, и Господь да будет с тобою. Давайте поднимемся и будем молиться. Спасибо тебе, Царь наш, благодарим тебя, Бог наш, благодарим тебя, Святой и Великий. Мы любим тебя, Господь. Спасибо тебе за то, что ты даешь нам новое, ты позволяешь нам войти в это великое новое, Господь мой. Аллилуйя! Хоть даже плоть наша стареет, но, Господь, дух наш со дня на день обновляется. И ты дал новую заповедь, ты сказал: любите друг друга, как и я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Господи, мы хотим принять твою любовь, потому что откровение о любви это было самым большим откровением для человечества. Господи, да, мы часто даем сбой, но каждый из нас может измениться. Господи, и я хочу в этом году меняться. Отец мой, хочу делать новые шаги в будущее. Господи, ты самым чудесным образом связываешь наше прошлое. И ты показываешь, что даже на наших ошибках мы можем войти в благословенное будущее. Поэтому мы делаем тщательный анализ того, что было неправильно в нашей жизни в прошлом. Господи, и мы хотим начать с посвящения.
Дай мне время, Господь мой, найти день, найти час, найти два дня, уехать на выезд, закрыться в комнате и, Господи, посвятиться. Или посвятиться вместе с семьей. Господи, дай мне перепосвятиться Тебе, как это делал Израиль. Заново сказать: Господи, я люблю Тебя. Господи, я на Твоем пути. Господи, дай мне снова силы приходить в церковь. Всегда быть жертвенным человеком. Господи, дай мне прочитать Писание. Дай мне, Господь мой, сегодня построить духовные хорошие планы. И запишите планы. Господи, мы хотим записать планы и полюбить эти планы, чтобы они были от Тебя, чтобы они стали нашей мечтой. Господь, планы и нашего тела, и нашей души, и нашего духа, Господи. Чтобы в наших планах фигурировали не только, Господь, материальные ценности и наше здоровье, но в наших планах фигурировали спасенные люди, Господь, ячейки, наш труд для Царства Божьего. Чтобы там фигурировали эти вещи, Господи. Чтобы мы проживали жизнь, Отец, не только материальную, но и духовную, и, Господь, душевную. И дай нам помнить, что только в Тебе, в Творце, есть смысл всего, Господи. Смысл всего только в Тебе. И, Господи, Ты поставишь точку над всем, Господь мой. И Ты выпишешь, Господь, всем, Отец мой, выпишешь анализ всего, что мы сделали, Господи. И Ты, Господь, дашь свою милость нам, любящим Тебя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Те люди, кто нас смотрит сейчас, друзья мои, для вас сегодня шанс, есть шанс принять Иисуса Христа как Господа и Спасителя. И все люди, кто здесь сегодня, каждый, друзья мои, вы должны примириться с Богом. Есть ли сегодня люди, кто хотел бы примириться с Богом? Кто-то пришел в первый раз, может, кто-то не в первый раз. В зале есть ли такие люди? Есть ли? Друзья, я хочу помолиться с теми, кто смотрит нас онлайн, помолиться молитвой, покаяние мое называем. Это значит, человек кается перед Богом и начинает новую жизнь с Ним. Если ты сегодня хочешь начать новую благословенную жизнь, помолись сегодня. Бог сегодня даст тебе импульс для того, чтобы измениться, для изменения своей природы. Закройте глаза и помолитесь вместе со мной, чтобы вам никто не мешал этой молитвой. Господь Иисус, прости меня, дай мне новую жизнь с Тобой. Я прошу у Тебя прощения от всего сердца. Я знаю, что Ты умер за меня на кресте. Сегодня, Господь, я посвящаю мою жизнь Тебе. Я принимаю Тебя в мое сердце, как моего Господина и моего Спасителя. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты принял меня в число детей Своих. Запиши мое имя в книгу жизни. И я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Если вы первый раз молились этой молитвой, первый раз, вы посвятились Богу. Это тоже посвящение. Напишите нам. Напишите прямо онлайн, в соцсетях, где вы нас смотрите сейчас. И напишите там слово «Я впервые». Впервые с вами. Или просто любую фразу, но чтобы было слово «впервые». И мы свяжемся с вами. Подарим вам подарки, дадим вам контакт наш. Слава Богу за вас. Ну что, друзья, у нас сегодня хлеб преломления. Друзья, давайте согласимся в молитве и помолимся за нужды, за тех людей, которые писали нам наши чаты в сообщениях, и очень такие важные и необходимые, и требующие молитвы нужды. Одна женщина просит помолиться об исцелении моей мамы Аллы Гаджиевой, у нее температура и давление. Также просит помолиться, чтобы явилась слава Божия в жизни моей дочери Евы. 31 декабря она впала в кому, плохой результат спинномозговой пункции. Нарастает отек головного мозга, но она до сих пор не сдается. Мы принимаем Божью волю, верим в Божью любовь. Но еще есть надежда на чудо, Господь велик и владычество на раменах Его. И еще третья нужда, просим помолиться за полное исцеление от кашля и спины, и также за сына, за его спасение и спасение его семьи. Аминь. Давайте вот помолимся за этих трех людей, которые написали свои нужды. Согласимся в молитве. Отец, мы молимся, Господь драгоценный. Мы молимся, Отец, за Аллу Гаджиеву, Отец. Молимся, Отец, чтобы, Господь, было полное исцеление в ее жизни во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем, Господь, Твою кровь, Господь, Твое исцеление. Мы соглашаемся в молитве за Еву, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. Мы просим Тебя за нее, Господи.
просим Тебя, чтобы рука Твоя простерлась, Господь, исцелила ее, Отец мой, во имя Иисуса Христа. Господь, прикоснись, Отец драгоценный. Господь драгоценный, аллилуйя, аллилуйя. Да будет она в руках Твоих, Господи, аллилуйя. Аллилуйя, мы также молимся, Отец, за исцеление от кашля, Господь, сестры. Молимся за спасение ее сына, Господь, за спасение его семьи во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя и славим Тебя, Царь наш, Отец и Дух Святой. Аминь. 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 Я бы хотел еще помолиться за всех, кто нас смотрит сейчас, кто онлайн подключился, чтобы Бог в этом году дал вам искупление от ваших страхов, искупление от долгов, от того, что сатана натворил в вашей жизни за это время. И пусть это будет временем нового плода, как мы взяли слово Рема. Но я бы хотел, кто в зале и кто сейчас нас смотрит, помолиться вот еще каким-то таким, знаете, ну, молитвой благословения. Господи, я прошу Тебя, давайте молиться, кто тоже смотрит нас. Отец, мы молимся, входя в Новый год, Господь, мы хотим быть, Господь, церковью плода, Господь. Мы молимся и просим Тебя, Отец наш Небесный, дай нам искупление каждому, 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 кто в этом собрании. Искупление от всякого проклятия, искупление от страхов, искупление от болезней, искупление от долгов, от нищеты. Во имя Иисуса я провозглашаю, новые двери открываются, открывается новое благословение, открываются новые идеи. Господи, благословение, это новое начало, Отец, это новый завет, который Ты заключаешь с нами, с каждым из нас. Господи, новое спасение, спасение людей, Господи, мы провозглашаем, Отец, во имя Иисуса. Каждый человек, Господь мой, в церкви Твоей, кто особенно сейчас смотрит, да принимают слово искупление и время плода. Плод приходит в жизнь. Я вижу, как приходит плод для исцеления. Плод приходит для финансов. Плод восстановления отношений. Господи, плод спасения людей. Плод во имя Иисуса. Плод в Твоей любви, Господь. Сверхъестественная любовь да придет. Любовь с небес, Господь мой. Аллилуйя. Заповедь новая. Да всякий плод, Отец мой. Плод для окружения. Плод для нас. Плод для нашей страны. Господи, аллилуйя. Аминь. Аминь. Давайте воздадим большие аплодисменты Господу. Братья и сестры, знаете, великая честь для меня и большая радость, то, что у нас всегда есть возможность приходить пред лицо Господне. И написано, что милость Его обновляется каждое утро. Каждое утро обновляется. И мы вошли в Новый год. Земля обошла вокруг Солнца снова в течение этих 365 дней. На самом деле, без разницы, когда Новый год. Раньше его праздновали в сентябре, кого-то когда-то в марте. И в разных странах по-разному. Но все человечество знает, что произошло. Произошел круг опять очередной. И знаете, так устроена Вселенная. Я не знаю, почему так. И проходит Новый год, проходит время. Вернее, проходит год, проходит время определенное. И вот несмотря на тысячелетия, столетия, христиане продолжают благодарить Христа за Его кровь. Мы благодарим не какое-то жертвенное животное, которое умерло, как в Ветхом Завете или во многих других религиях. Мы благодарим Христа за Его кровь. И порой люди говорят, это нелогично, это непоследовательно. Без разницы, что логично, нелогично. Мы знаем, что это действенно. Самолет летит тоже нелогично с точки зрения здравого смысла. Не может железка отрываться от земли. Но по законам гравитации все-таки и подъемной силы самолет летит. И точно так же мы не знаем, как это, что Бог захотел стать человеком ради нашего спасения. Как Он умер на кресте, это непонятно, но как-то умер. И как-то мы видим, что Он действует в нашей жизни. И мы всегда принимаем чашу. Мы говорим, Иисус, этот сок, это кровь Твоя за нас проливаемая. Этот хлеб, это тело Твое за нас ломимое. И мы снова показываем Тебе, что мы, Господи, опять с Тобой. Мы на этом корабле под названием Церковь. Аминь. Иисус в ту ночь, когда был распят, Он взял чашу и сказал, это кровь Моя за вас проливаемая, в оставление грехов. Потом взял хлеб, преломил его и сказал, это тело Мое за вас ломимое. Делайте это в Мое воспоминание. И сегодня мы снова возвещаем кровь Иисуса Христа, Его страдания ради нашего спасения. Аминь. Отец.